сорвалось, не грусти. Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости нашего канала. Сегодня мы рыбачили на водохранилище и пытались ловить на съедобную резину. Нашли окуня. Сначала мы не знали, что это окунь, но потом оказалось, что это был окунь. И попытались его ловить на съедобную резину. И рыба совершенно никак не хотела на нее реагировать. Что мы там не пытались сделать, какую мы вкусную съедобку не ставили, а рыба не клевала. Даже на длинных затяжных паузах со дна она не дотрагивалась до наших приманок. Ну, хотелось как-то разгадать эту загадку, и разгадали ее мы при помощи цикады. Вообще, конечно, нынешний сезон показывает нам просто удивительные аномалии погоды. Если в прошлом году этой же порой было жарко, тепло, был купальный сезон, то сейчас середина лета, а на самом деле по факту фактически как конец сентября, то есть довольно прохладно. Почему мы и не пытались использовать цикаду поначалу? Потому что ну, вода холодная, вода 19 градусов, ну... А цикада это приманка, которая работает по активной рыбе, по теплой воде. А сейчас вода холодная, рыба пассивная. И вот, тем не менее, почему-то на цикаду окунь стал ловиться. Проводили мы ее довольно-таки быстро, энергично, и рыба стала ловиться. Сегодня мы использовали кастинговую снасть и флуорокарбон, 4-либровый, тонкий. Почему флуорокарбон? Потому что флуорокарбон на забросе не дает возможность отстреливать довольно-таки тяжелые и компактные приманки. Если бы мы применяли тонкую 4-либровую плетенку, то очень часто могли бы отстреливать наши цикады на забросе. А с флуорокарбоном этого не происходит. Кроме того, с флуорокарбоном проводить цикаду гораздо приятнее, чем если использовать плетенку. С плетенкой излишне сильная вибрация для руки. Самому рыболову слишком напряженно ловить на цикады с использованием плетенки. А с флуорокарбоном все очень... комфортно, логично, и надо сказать, что вибрация остается та же, а ловить приятнее и комфортнее. И проводили мы цикады очень резко, энергично и быстро. И вот это как раз парадокс. Рыба пассивная, на быстрые проводки съедобных силиконовых приманок окунь не реагировал, а на проводку цикады быструю тут же начинал включаться. Вот за что мы любим рыбалку, за то, что она дает нам какие-то загадки, которые нужно каждый раз решать. И вот когда такие загадки решаешь, ну, конечно, получаешь удовольствие. Тем более, что сейчас холодно и вроде бы на цикаду брать не должно, а на самом деле ловилось.
До новых встреч, друзья, и желаю, чтобы все рыболовные задачки, которые ставит перед нами рыба, вы всегда с успехом решали.